и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Витаю, сегодня 16 декабря 2016 года, и мы с Тамарой идем за новогодними покупками. У нас уже давно начался сезон подарков. Ищем подарки на Новый год. Сегодня отличная солнечная погода. И хочу вам сегодня рассказать, куда мы идем. Мы идем... В ЦУМ. Центральный универмаг. Вот состоялось недавно открытие. Его реставрировали. Сверху, видите, вот это здание надстроили. И вот это у нас обновленный ЦУМ. Сейчас с Тамарой идем посмотреть, что там продают. Может, что-то найдем для подарка. Ну вот, а Киев. Улицы Киева выглядят сейчас вот так. Уже везде витрины украшают, уже Новый год. Видим, ну, по асфальту, конечно, не очень. Ну, вот так вот немножко снег виден. Вот наша доблестная полиция. На этой стороне дороги для велосипедов вот такая железная стойка есть. Вот фасад не поменялся, так как и был, ЦУМ так и остался. Единственное, конечно, вот я вам покажу главный вход. Единственное, что вот этот верх надстроили. Так, все новое, конечно, его почти весь изнутри убирали, только вот эти стены наружные оставляли. Остальное все переделали. Ну, оставили в том же виде, в каком он был. А на этой стороне, это уже Крещатик, на этой стороне построили вот такие магазинчики, павильоны, которые будут на Новый год, ярмарки. Вот, машина такая интересная, маленькая. Сегодня очень холодно. Мы перешли уже в сторону ЦУМа. И вот главный вход в ЦУМ. Заходим. Давай. Вот тепло. А что-то девочки занимаются украшением. Ой, с улицы зашла аж так. Где-то тепло. Видите, как украшают. Можно заснимать? Нет, интересно. А что-то уже... У входа вот на второй этаж по эскалатору подниматься. А здесь парфюмами пахнет аж... Чересчур, мне кажется. Ну, известные фирмы Шанель, Диор, Ланкаме. Музыка, конечно, громко играет. И здесь елочки. Какие интересные сумочки. Вот это застеж интересный сумочек. Вот эти тоже цветочками. Вот это особенно. Такая хорошенькая. А вот рюкзака, что прицеплено. Сколько? Три, по-моему, было этажа, да? Ага. О, вот это новое сделали, да, надстроили вот так. А вообще было раньше три этажа или четыре. А сейчас добавили, вот нижний этаж добавили. В основном семь стало, да, теперь? Стало 7 этажей. Раньше не было вот этого нижнего. Сейчас сделали мужской. Сумки мужские, чемоданы. Ну, там надо будет еще пройтись. На 7 этаже у нас кафе, ресторан и шампань-бар. Комната для курения, терраса и банкомат. На 6 даже это камера сберегания речей есть. Обмен валют, химчистка, банкомат. Сохранение вещей или как? Забыла. Камера хранения, да, на 6. На 5. Надо на 3.
четвертая одежда для спорта, третья женская одежда. О, третья, на третьем даже женская одежда. И второй тоже для женской. Все, ну, идем. Нам еще надо игрушки. А, игрушки, да? На втором этаже вот так украсили елочки. О, игрушка какая интересная. Это просто шарик, как будто бы внутри водой заполнен или какой-то жидкостью, а внутри птички. В основном брендовые вещи. И сапоги с розами, и сумочки под цвет. Модели платья, такие украшения пришиты или приклеены, красиво пришиты, наверное, по всему платью. А здесь такая рубашка, тоже вся также вышита. Какие интересные вот такие вот оранжевые камушки. Пальто вышитое розами. С мехом, с люрексом очень много. И почем? 6190. 6000 гривен. Вот такая серенькая. Тоже нашитая. Интересно, да? Ага, вот это интересно. Внутри. Ага, вот здесь вот внутри вот такой. Угу. Гипю вот такой. Гипю, здравствуйте. Здравствуйте. А почему? Какая цена? Что-то я цену не знаю. Цвет, да, интересно. Это вот эта спина, да? Да. Ага. А, это вот это впереди, а то сзади спина, да? Угу. Ну, покажи ее хорошенько. Это спина такая. Что-то все с гипюром сейчас модно. Что в Питере, что в Киеве. Одинаково. Здесь, вот видите, рукав какой. Курточки с таким, а брюки вот с таким, подранные брючки с такой вышивкой. Какое пальто интересное, и торчат ниточки с зелеными брюками. Здесь обувь по линии Вичини. Еще не все знают, что ЦУМ открылся. А здесь вот в нишах такие сапоги. Такие манекены стоят, интересно. О, деревянные украшения. Видели? О, деревянные украшения. Или пластик, я даже не знаю, что это. Или железо даже. А, может быть, и железо. Поближе покажу. Юбка плиссированная. Сверху вот такие. Здесь такое платье с сумочкой. Проскуровская сумочки. Да. С такой формой интересной. Вот это очень интересная форма. Сейчас поближе к свету. Наверное, светлее вот так покажу. Такая же обувь. Такие сумочки. Вот эти, конечно, очень интересны. Вот.
если видно вам, то оно как будто бы в коже такие дырочки. А вот материал с люрексом. Так как мы с Юлей видели, так же, как мы с Юлей видели в Питере, с люрексом сделано. Только здесь такая она, как платье-накидка. Вот, посмотрите, как шикарно выглядит. Ага, на Новый год. А это вот на шею одевать. 850 гривен. Ага, сейчас то есть там даже обойду. Вот это ж я там обратила внимание, я думала, что это железо. А что это? Это вот на шею. Нет, это пластик. Пластик. Да, а, это пластик. А я думала, или железо, или что это такое. А это, оказывается, пластик вот такой. Еще и он двигается в разные стороны. А потом можно по отдельности вот разбирается. Ага, есть такой серебристый, белый, прозрачный даже есть. Да. Раз, аксессуар такой же. Но я тоже его из пластика, да? Можно вас снять? Да, конечно. Ага. Интересно. Да, а что, и мужчины их могут носить, да? Я не знаю, но я ношу. Так хотя бы униформа никакая. Ну да, интересно. Спасибо. А вот еще круто. А, странные штуки, но в общем, если правильно подобрать наряд, то они классно смотрятся. Да, вот красный мне очень понравился. 800 гривен. Галя? Галя? Да. Галя будет ее носить? Посмотрите, белая тоже. Может, она по-разному изменяется. Интересно. Интересная вещь, да. Так, даже покажу это. Штучки такие. Даже вот такие есть с металлическим блеском. Я даже вначале на манекене не поняла, из какого они материала сделаны. А вот брюки, такие кармашки. А внизу, посмотрите, с такими тоже дырочками. Сейчас, значит, модно такие дырочки. Перфорированные. А здесь вот такая кофта с бомбончиками. Бомбончик каждый отдельно шевелится. А, так еще и брючки есть такие. Ну, посмотрите, не только кофта. Брюки превращаются бомбончиками. И черные такие же, юбочки. И черные вот такие тоже. Костюмчики. Угу. Юбка какая. Ага, новогодняя. Ага. А вот те брюки, или это? Да, это брюки. Ага. Угу. Вот еще платье. Такое блестящее. Художница Романченко. Вот еще. Угу. Вот такие на шею одевать еще. Цена 1299 гривен. А это художественная роспись. Художница разрисовывает. Даже туалеты. Все новое. Все работает так, как... со всей мощью. И написано «Цун-цун-цун-цун». Смотреть по отдельности. Вот этот, например, очень интересно. Синяя квитка. Алеся Мастер. Тренко. Как, это выставка, что ли? Даже не знаю. Каждый отдельный. Видишь, каждый это синеньким выставка. Край.
такие подсвечники. А, выставка украинских керамистов? Да. Угу. Ваза «Две формы» называется. Ваза кратер. А здесь такая интересная кофточка. Понравилась нам с Тамарой. Такая она прозрачная. И вышита очень красиво. Такие нежно-нежно цветочки. Нежно, даже не васильковые, а нежно какие-то голубенькие. Очень. С такой шубой и плиссированной юбкой. А еще такие туфли. Туфли с такими балабончиками. А рядом сумочка с таким юбкой. Да. Я вот такие видела, но мне не понравились. А смотри, как они хорошо смотрятся вообще. Да? В одежде. Бусы-бусы? Бусы. Интересно. Они с такой кофтой, да? Везде. Ну, не обязательно, но вообще смотри, интересно. А получается, это кофта, кофта, а на ней такие блестящие золотые полоски, и уже совсем другое дело. Блестки. Это не блузка, это платье, наверное. Это платье, да? Да, это платье. А сверху еще на платье одета юбка. Ну, тоже такие же. Да. Красиво смотрите. Да, и так украшены. Не видно, конечно. И вот вам Крещатик. Ага, здесь
еще одна витрина. Жилеточки. Привет, скажи. Вот с Тамарой идем. Такой мороз. А, здесь витрина, да, вот третья, смотри. Подает ей туфельку. Что-то у нее на голове интересное. Как? Одна лучше другой, да? Ну, не видно, не видно. О, а тут вообще снежная королева. Только снежная королева вся в черном. Интересно у нее. Чулки в сеточку. Ведьма. А это, оказывается, я думала, снежная королева, оказывается, это ведьма. А это и Васик. Ох, и Васик в костюмчике. Да? А, свои названия есть, оказывается. Ага, пачерица. Ага, вот с такой головным, с таким убором. В серебре. Ага, такие подснежники. Девочка и коза? А это музыка. А, и музыка сидит, да? Музыка сидит. Коза. Коза. В серебристом платье. Ох, и коза. И девочка. А, это Золушка? Попылюшка. Ага. Сеня. С такими колготами. Сеточку тоже. Такой конь как будто бы. Плохо, что не видно. Из-за стекла. А, это смоляной бачок. Смоляной бачок. Ага, вот смоляной бачок. Медведь. Волк. И это что, заяц? Зайчиха. Ага. Лысыня и медведь. А, это лысыня. Маленькая лисичка. И медь. Да. Давайте обратите внимание на каблучок. Какой изгиб. И вот сверху тоже, он больше серебряный, тоже с таким же изгибом. Вот так, наверное, лучше будет видно. Такой каблучок. А у Золушки, посмотрите, как туфля. У козы из кармана, посмотрите, мех такой. А это Оксана и Вакула, да. У Оксаны платье. Вот, Оксана. Вот так. А это Вакула. У Оксаны сумочка с буквы О. Черт и Вакула. Вакула и черт. Вот черт и Вакула. Тут, оказывается, еще важны детали. В каждом туфле, смотрите, блестят. А у Вакулы брюки такой. Не видно, наверное, такую тоненькую-тоненькую полосочку. Уже мы вышли из ЦУМа. Стоят на светофоре. И вот вид уже ЦУМа. Нового. Сохранен. Да.